А теперь к другим темам. Подведены итоги единых государственных экзаменов. Более 70 славянских выпускников итоговую аттестацию сдали на 90 баллов и выше. Высокий уровень знаний 11-классники показали по таким предметам, как информатика, математика, физика, русский язык, литература. Есть в нашем районе и школьники, получившие высший балл по ЕГЭ. 100% знания показали 5 учащихся. Дарья Сокол, Мария Никифорова, Ирина Прохан, Карина Колесник и Сергей Васильченко. Девушки получили 100 баллов за русский язык. Сергей Васильченко за информатику. Вообще у Сергея один из самых лучших результатов в районе. Более 90 баллов по всем предметам. Физика – 98 баллов, математика – 94, русский язык – 93. Как рассказал Сергей, чтобы добиться таких результатов, нужно просто усердно заниматься. Мне часто говорят, что набрать такие баллы на ЕГЭ – это сложный, тяжелый труд. Но я так не считаю, поскольку когда есть цель и база, которую ученик набирает при подготовке не только к экзаменам, но и к олимпиадам, написать экзамен, это надо просто собраться. Информатика нужна Сергею для поступления. Он хочет стать программистом. Я собираюсь поступать в Национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики в городе Санкт-Петербург. Профессия, ну, в общем, программист, а что-то более узкое пока сказать не могу. Пожелаем Сергею и всем выпускникам обязательно поступить в выбранные ими вузы. А пока просто отдыхать и готовиться к своему последнему школьному балу.